Так, здравствуйте, посетители моего YouTube канала. Сегодня я вам показываю, значит, автомагнитолу Artex DCR310X. Вот, это магнитола, значит, сделана в Гонконге, я так понимаю. Вот, в древние времена. Вот ее, значит, название на магнитоле написано. Какие она диапазоны принимает? FM, MV, SV, LV. Вот она. И написано стерео радио, двойной кассетный рекордер. Значит, стерео, двойной кассетный плеер. Вот, посмотрите, вот внешние данные ее, косметические. Значит, вполне очень достойные данные этой модельки. Вот, антенна у нее длинная, где-то сантиметров 60, вот так вот, 70. Вот, все хромированные ручки, можете посмотреть. Я вам сейчас так приведу. Вы одновременно можете смотреть и диапазон FM наверху, да, и 88 на 108, и ручки, ручка баланса, ручка, ну, уровня громкости, значит, нормальной скорости, и быстрой скорости, doubling speed, регулятор на скорости записи. Значит, потом регулятор идет радио, моно, радио, стерео, значит, тейп, включение-выключение, регулятор режимов радио. Вот, ну, тюнер-крутилка. Здесь есть... Что здесь еще есть? Здесь есть микрофончик. Работающий микрофончик. Вот здесь он расположен. Вот здесь. И есть еще, значит, есть еще красная кнопочка вот здесь вот. Вот здесь вот. FM стерео, когда мы получаем сигнал стерео по FM диапазону, то она загорается. Значит, вот эта часть пустая, это просто рисунок, там нет ничего внутри. Значит, я этому магнитофону профилактику как таковую по лентопротяжному механизму не делал, потому что все, значит, пасеки в норме. Вот, по левому, по правому кассетнику. Вот, а средства, здесь немножечко, вот здесь вот в этом месте пришлось туда закапать определенные в эти регуляторы. Они не ползунковые, они такие, они немножко скрипели. Да, я туда из шприца загнал средства контакта, и они перестали шипеть. Вы слышали, какой звук без шипения. Вот, ну как, из шприца туда подается, несколько раз отстаивается, а потом еще раз подается, и в конце концов все это восстанавливается. Там пыль. Внутри была пыль. Значит, всю эту, ну, внутреннюю пыль, значит, была убрана. Вот. Пыль с динамиков тоже убрана. И на левом, и на правом. Вот. И, короче говоря, вот он в таком хорошем состоянии. Сейчас я вам продемонстрирую, значит, как работает левый кассетник.
погромче. Вот я поставил на средний уровень громкости. Левый кассетник играет. И пленку хорошую поставил. Una luz rosa imaginaria. Comenzamos por probar el día. Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. No послушать, как бы чистый звук. Quisiera contar todo lo que sentí. No quedó lugar que no tuviera de ti. Так, это кнопочка паузы. Так, это кнопочка стопа, это кнопочка перемотки. Вот он мотает. Мотает в одну сторону. И мотает в другую сторону. 90-минутная кассета. И туда мотает. Пасеки не менял. И мотает все как надо. Хорошие пасеки, ничего их менять. Так, вот она так медленно, очень хорошо открывается, да, кассета вынимается, переставите в другую сторону. А, ну, я вам еще покажу, что там внутри. Все там чистенько проспиртовано, смазано, и все как надо, как для себя, понимаете? Вот. Поэтому, так, еще раз. No puede ya olvidarse que fuiste su primer y gran amor. Y tú que me decías que no mueres, de todos tus recuerdos los mejores eran míos. Aquel que cada noche deseabas. Так, ну мы не будем долго слушать, потому что чтобы не банил у нас на YouTube. Мать его за ногу. Вот. Где он там зарегистрирован? В Америке или в Израиле? ХЗ. Так, теперь, значит, смотрим. Я открываю вот второй Б. Да? Б тоже чистый. Все просто полностью басик. Чистый. Косметический он. Блестящем состоянии. Значит, нажимаем кнопочку. Воспроизведение. Ну-ка, что там? Так. Конец, что ли? Нет записи. Тогда он сейчас депо поставим.
пивопопасная. Так, где пивопопасная? А, так, вот. Так, это роковая композиция. Deep Purple. Это я вот только на серединку поставил. Какие композиции-то, солирующие, значит, вот по этой композиции можно посмотреть звучание просто, как оно звучит, вот красный сектор, а вот уже вот этот сектор, ну, максимум. Кассетник немножко подсвистывает. А, нет, эта пленка у меня уже заезженная, где папа подсвистывает. Я ее просто задолбал. Записано, чего-то записано. Сейчас попробуем. Так. И на этом закончим. Спасибо за внимание.